Привет-привет! С вами Нелогичная Лиса, и добро пожаловать в игру под названием Уэлли. У нее, в принципе, в общем-то, такая не самая обычная история, как она попала ко мне, я имею в виду. На самом деле, мне подарил ее Хэппи со словами, что «Эта игра тебе действительно понравится, пройди ее на своем канале». Это было слишком неожиданно, и я такая, ну ок, спасибо большое на самом деле, потому что я ее уже запускала, немножко погуляла здесь, и да, мне очень понравилось увиденное, но я не совсем еще уверена, как я ее буду проходить целиком, или буду показывать вам только какие-то отдельные отрывки. Кстати, напишите в комментариях после первой серии, какой бы формат вы хотели бы прохождение выбрать для этой игры, потому что... Ну, я не совсем чувствую себя способной проходить полностью такие игры интересно. Хотя я буду очень стараться. Что ж, давайте попробуем и посмотрим, что у нас получится. Hey, looks like I missed you. I just wanted to wish you luck before you headed out. I still can't believe you're doing this. I mean, hunting down the... What was it? The life seed? You gotta admit, that sounds crazy. I mean, even if this mythological thing that can shatter worlds or whatever actually exists, what are the chances of you tracking down this ancient relic in the middle of the Rocky Mountains? Listen, I know you want to prove the thing exists. I get that. It's an adventure. Hell, it's your career, but can't you do something normal like the rest of us and just backpack Europe or something? Spend a month in Thailand? But hey, if by some miracle you find this thing and become the most famous archaeologist of all time, beers are on me. I'll even trade in your tinfoil hat for a whip and fedora. I just really hope all those canoeing lessons pay off. Но уроки каноэ не оправдали себя, судя по всему. Ну-ка. Да, здесь, кстати, есть отличная функция. Можно выбрать, за кого играть, за мальчика или за девочку. Так, Canadian Rock Case. Понятно. А, бесполезные уроки каноэ по скидке. Ну да, судя по всему, они нам действительно совсем не помогли. К сожалению, игра не поддерживает английский язык, но я не думаю, что это большая беда для нас, потому что я... Постараюсь, как обычно, крепить куда-нибудь сюда субтитры, чтобы все было видно. Руины? Затопленные пещеры? Где это я? Не знаю где, но здесь очень красивые водопады. Это очень красиво, это очень симпатично. Хотя, опять же, да, задержите shift, чтобы бежать, как обычно, по стандарту. Хотя, опять же, я... скажем так, вот этот вот момент, вот здесь я уже была, то есть это я видела, и все равно каждый раз я восхищаюсь тому, как здесь все замечательно нарисовано. Я просто, на самом деле, есть такие люди, знаете, которые цепляются к графике, и вот если, не дай бог, бантик лежит вот так, а не вот так, то для них это уже большая трагедия. В их понимании игра уже не стоит своих денег, и смотреть на нее совершенно бесполезно. Я предпочитаю, чтобы в игре был какой-то интересный сюжет, нежели супер-пупер удивительная графика. Сюжет все-таки важнее, он дает какую-то пищу для размышления. А в конце концов, графика здесь и так очень симпатичная. Посмотрите на эти цветочки. Это похоже на какие-то одуванчики, вереск, колокольчики. Что-то в этом роде. И выглядит это круто. Мне нравится, да. Мне определенно нравится то, что я вижу. Это очень симпатично. И да... Концепция, как сказать, даже не то чтобы концепция, а вот какой-то... Что-то отдаленно здесь напоминает мне Таинственный остров. Игра такая была... Уэлли? Да, спасибо. По-моему, долина переводится. Долина, мне кажется. Вот. Это супер здорово. Вы только посмотрите на это. Просто офонареть. Воу. Да, это классно. А вот это дерево я уже видела. Оно напоминает мне, знаете, что...
как сказать, если вы помните, мультик такой был, назывался он Brave от Пиксаров, да, этот, как его, «Храбрый сердцем» на русском языке. И вот там были блуждающие огоньки, которые водили за собой главных персонажей, чтобы показать им какую-то тайну, направить их куда-нибудь. Вот это что-то похожее. И выглядит это супер круто. Но правда, оно, видите, оно только начинает сильнее сиять, когда я подхожу к нему, и больше ничего. Ну ладно, не страшно. Мы попробуем так. Посмотрим, что здесь. А здесь у нас... Да, здесь у нас тоже будет кое-что интересное. Просто я видела это уже, и это называется... Каваи! Посмотрите на них! Они супер-пупер дружелюбные! Это классные штуки! Они чем-то похожи на Пуфика, только они зеленые и в звездочках. И это классно! Что это? Древний кувшин. Мило. Еще древний кувшин. Много древний кувшин. Я люблю древний кувшин. Я люблю... Что это за место? Я люблю этих существ. Как сильно я ударилась головой. Но они классные, вы посмотрите, они улыбаются. И, по-моему, я им нравлюсь. Я не уверена. Не знаю. Нет, не знаю. Да, но они милые, они дружелюбные. Они очаровательные. Класс. Это, я говорю, это мистер и Пуфики данные, как сказать, боже мой, слово забыла. Данные вселенной, вот слово вселенной. Да, и они милые. Это очаровательные мистер и Пуфики. Окей, ладно. А это синие грибы. Но таких не бывает на свете. Или бывают? Я ни разу не видела сияющие растения. Максимум, я знаю, что существует легенда про сияющий папоротник, который расцветает. И под ним можно найти, например, клад. Но я ни разу не видела сияющий папоротник и сияющий синий гриб. Что это? Старый вагончик армии. Должно быть, он разбился здесь много-много лет назад. Но это даже не вагончик. Трак — это, наверное, скорее как грузовичок. Маленький грузовичок армейский. Так, ой, извините. Ага! Да, нажмите, чтобы открыть ящичек. Ага, говорит, выглядит как механический, ну, не знаю, как сказать, сьют, это, наверное, жилет, какое-то оборудование. Окей. Оно, главное, не заржавело за все это время. О, диафильмы! Диафильмы же! Да, посмотрим. Спасибо. Говорит, круто. Вот такой вот этот leaf suit. Нажмите space, чтобы прыгнуть. О! Говорит, что за старое аудио? Ну-ка. Virginia King. Audio Journal. June 4th, 1941. Shortly after the outbreak of war in Europe, I was enlisted by the army to study the history of this valley. The mysterious forest sprites seem to be the last living remnants of the long-lost culture that once lived here. A large number of them seem to inhabit the northeast sector of the valley, just past the ruins where the life seed, rumored to possess an earth-shattering power, was found.
That's as good a place as any to study them. Окей, значит, действительно семя жизни существует, или как сказать, life seed. Окей, попробуем. А если... О, нет, нет, я передумала, я больше не буду, я пошутила. Оу. Ладно, приложиться головой об гору было не самой лучшей идеей. Они даже посмеялись надо мной и сказали: «Ха, глупая лиса, посмотрите на нее». Нет, посмотрите. А, по-моему, им норм. Ой, что? Да, им нравится, по-моему, что у меня такие модные клевые ноги. Да, у нашего персонажа есть ноги, и это потрясающе, замечательно. И, судя по всему, у него есть даже рука, которую он может управлять. Окей, ладно, я попробовала попрыгать. И это круто, это слишком неожиданно. Я не знаю, я ужасно боюсь высоты. Я ужасно боюсь скорости, а эта игра, скорее всего, будет о высоте и о скорости. О, ладно, попробуем. Мы будем прыгать не на большие на расстояние, мы будем аккуратненько. Так, здесь какие-то тоннель. А, ну он уже давно испорчен, ничего там не работает. А эту карту я узнаю. А, если вы помните, в Слендермене такие использовались. А, какой вот часть Слендермена какая-то была, которая очень многим нравилась. Там еще девушку какую-то надо было фонариком засвечивать. Вот, там была такая карта, очень похожая. Так, оу, окей, и ой, не сломайся только, нет, смотрите, им норм, этим ногам все нипочем. Окей, народ, нам написали, что нужно бежать, как сказать, сбегать со склона, чтобы поймать момент и прыгнуть выше. Я уж не знаю, куда выше, потому что я ужасно боюсь этой высоты, она огромная, но побежали, некогда объяснять, ой, окей, нет, это не так уж и плохо. Окей, ладно, так, боже, она ускоряется, не надо, я ужасно боюсь скорости, нет, мама, окей, господи, боже, я не представляю, как бы это ощущалось в реальности, если даже здесь мне страшно, это ужасно офигенно, вот что, и нет, о нет. Нет, я не упала головой в камень. Отлично, замечательно, прекрасно. Фух, вау, это круто. Встряска для нервов, сильная встряска для нервов. Не ожидала я такого, слишком неожиданно. Окей, ладно. Что такое? Энергия украденная. А, нет, подожди. Накапливаемая с Лив Сьютом, известная как Армита. Она может быть отдана любому живому существу. Так, на мертвые деревья или мертвых животных, да, действует. Ну-ка, мертвое дерево, я вижу мертвое дерево. Почему ты мертвое? Посмотрите на него, оно живое! Да ладно, серьезно! Да! Я шевелюсь в ветках. Клёво! Это прикольно, зацените только! Но... Боже, это ведь мечта человечества, дарить жизнь вот так! Это круто, блин, я промазала. Там мертвый олень. Это олень? Это точно олень? О нет, сэр... Ну почему вы умерли сегодня, сэр олень? Он весь какой-то несчастный, надо оживить его. Ну-ка. А, это девочка-олень. Привет, девочка-олень. Это не сэр-олень, это мисс-олень. Но у меня больше не осталось энергии. Блин. Обида. Так, окей. Ладно. Что тут написано? Подождите, может, здесь в чем-то важное? Нет, это что-то надевать, этот самый. А вот, собственно, если наступить в воду, меня может ударить током или что? Я не знаю, но я не уверена, что это электрическая штука. По идее... Нет, ничего! Что? Лив Сьют очень тяжелый. А-а-а! Поэтому это делает воду очень опасной. То есть, по сути... Зато энергия восстановилась. Клево! По сути своей,
мы не умрем от удара током, она просто утопит нас, да? Ну, я не знаю, бегает она в нем очень быстро, несмотря на то, что он может быть и очень тяжелый. Ну-ка, ты дерево на склоне, и ты дерево здесь. Все деревья должны быть живы, я не знаю, это клево. Офигенно, мне нравится. Это классно. Что это? О, шишки! Нет, это желуди. Так, значит, чтобы проходить через какие-то doorways, это проходы какие-то таинственные. Много желудей. И тут желуди, ну почему я их не увидела? О нет, сэр желудь, ты... Я дотянусь до тебя головой, окей. Это прикольно, мне нравится, офигенно. Концепция этой игры просто суперская. Окей, у нас остался еще кусочек жизни, и мы попробуем перепрыгнуть. Так, окей, не люблю трамплины на самом деле. Я в школе терпеть не могла. Знаете, такой спортивный снаряд, есть конь, и есть еще козел, такой поменьше. Вот через него надо было прыгать с помощью трамплина. Мальчишки у нас сигали только так, а я не могла себя заставить, это было отвратительно просто. Так, ага, оно дает мне энергию, вот эта штука дает энергию. И я могу ее использовать на благое дело. Это классно. Они похожи на блуждающих огоньков. Я очень надеюсь, что им не больно, что мы их так с собой тащим. Так, какое еще дерево можно использовать? Вот ты. И да, посмотрите, дальность расстояния, с которым мы стреляем. Ну, даже стрельбой не назовешь, стрельба убивает, а это оживляет. Офигенно! Да, побежали! Еще, хочу еще оживлять! Ну-ка! Боже мой, это круто! Оживление на скорости! Мимо, еще раз, да, получилось! Это круто! О нет, там вода, это значит мне придется перепрыгнуть ее! Попробуем, ладно, у нас должно получиться! Да! Ура! Я не упала головой в траву! Хорошо! Это ужасное ощущение, я не знаю! Я не представляю, как бы это чувствовалось в реальности, мимо. Так, ну-ка. Да! Еще много деревьев, которые можно оживить. О, нет, а вот до них я не могу дотянуться. Ну-ка. Ну, пожалуйста. Ну, дерево! Да! Несмотря на то, что мы не видим, как бы, прицел. Да! Да! Эта долина будет жить благодаря нелогичной лисе. Я не могу просто так взять и уйти, например. Мне кажется, что раз у нас есть такая возможность все оживить, то надо оживить все, что есть. Это круто! Мне нравится. Только не надо промазывать, вообще-то говоря. Но нелогичная лиса, она... О, нет, я потратила всю энергию, которая была. А, нет, подожди, постой. Я хочу, можно немножко я заберу? Пожалуйста. Это важно. Это же круто. Я не знаю, почему в жизни в настоящей нету такого сьюта, который бы мог все оживлять. Это было бы так суперски. Никогда... О, желудь упал. Желудь. Вот он. Это мой желудь. Никогда больше не было бы проблем, например, с тем, чтобы высаживать деревья на месте просеки, да? Взял, оживил их просто и все, и они растут. И планета была бы зеленой и счастливой, и животных можно было бы оживлять, чтобы они не умирали и не страдали, чтобы мне было больно. Это было бы круто. Жаль, что это только игра, но даже в игре это слишком офигенно. Оп! Видели, как круто, да, в полете? Ну-ка! Ей! Мимо, блин, ну! Давай же, покажи, какая я крутая лиса. О, нет, опять вода. Окей. Странно, мне кажется, эти энергетические... сферы, или как это назвать, они появляются со временем, да. Я уверена в этом, но это прикольно. Сэр Олень, смотри, я с вами. А, там маленький сэр. Нет, это не маленький сэр Олень. Или это олень? Это похоже на зайчика. Что тут написано? Так, подождите. А, жизнь также можно забрать рядом, у существ, живущих рядом. То есть, это деревья и животные, чтобы, как это сказать... Replace suit. Ну, в общем, чтобы дополнить, да, вот эту вот свою энергетический баланс. Так. Но на травку это не действует. Да, это был сэр Пуфик. Сэр Пуфик, стой!
Я не хочу тебя обижать. Я вообще-то говоря не хочу ни у кого забирать никакую жизнь. Если честно, у меня хоть и остался только один кусочек энергии, но я не хочу. Мне жалко их. Зачем их убивать, правда? Мне кажется, это неправильным. Мы ведь должны дарить жизнь, а не убивать. Убивать любой дурак может. Это жестокость. Называется жестокостью. Надо выбрать какое-то дерево, потому что мне написали, что надо забрать, попробовать чью-то жизнь. Надо выбрать какое-то дерево, которому, ну, как бы, ему любому дереву будет не все равно. Ну, вообще-то, ну, я не знаю. Ладно, дерево сбоку. Вот это дерево. Попробуем. Да, действительно, это помогает, но пусть это дерево растет, я не хочу. Мне нравится и так. Это классно, это на самом деле круто. Я не знаю, я не помню еще такой доброй игры, еще одной такой доброй игры. Это мило. Если на нас сейчас ничего не нападет и не убьет... Так, музыка прекратилась, ну-ка остановимся. То будет хорошо. Так. Это древние руины. Какие-то развалины, оставленные людьми, которые жили миллион лет назад. Найдите путь через руины. Ну, а может быть, кстати, и не люди здесь жили. Может быть, это вообще другая цивилизация. Эта штука меня пугает. Выглядит она не очень мило. Так, окей, вот это дерево хочет, чтобы его спасли. Оно выглядит по-другому. Ну-ка. Да, но смотрите, оно красненькое и красивое. Похоже на красную плакучую иву. Маленькие сэры! The beauty of that word seems to rival the majesty of this place. I suppose that would make its ancient inhabitants officially known as Susurians. To think these ruins have existed here for so long, that they predate any known civilization on the continent. They seem to have infused the life energy from trees into their infrastructure, but how? Посмотрите на них! Посмотрите, какие они милые! Каваи! Они хорошие! У них ушки! Ушки-веточки! Это мило! Но я не знаю, что они мне здесь хотят показать. Здесь ничего нет. Ничего нет. Странно. Но зато я вижу, что нам надо вот сюда. Сэр, наверное, имел в виду это. Я не знаю, мальчик это или девочка, но я буду думать, что это мальчик. Мальчик с ушками-веточками, это мило. Да! Посмотрите, что они показывают. Они показывают, что вот сюда надо. Говорят, эй, иди сюда. Я поняла, это надо еще одно дерево вылечить. Дерево. Да! Получилось! Это круто! Мне нравится. Это здорово. И это вход в какую-то пещеру. Больше похожая даже не пещера, а, как сказать, какая-то гробница или катакомбы. Что-то в этом роде. Это жутковато. Сэр, вы не пойдете со мной случайно? Как-то мне... Окей. Ладно. Нажмите Е, чтобы открыть ящик. Вот он, ящик. Нажать Е. Energy капсуль, да? Энергетический. А, он помогает. Смотрите, да. Если мы наберем их много, видите, внизу, справа, то мы сможем тогда что-нибудь энергию еще дополнить себе. Так, вот, смотрите, прикольно. Записку вовсе не обязательно брать, достаточно навести на нее. Ну-ка. Так. Записка от Pathfinder. Pathfinder это... Путник, наверное, кто-то в этом роде. Я могу наблюдать за этими спрайтами весь день. Спрайт это что-то типа эльфов, вот эти зелененькие как раз. Я не могу поверить, какие они дружелюбные. И достаточно храбрые, чтобы подойти прямо к нам. Я думаю,
У них нет причин бояться нас. Мы не их... не их природные враги, наверное, вот так. Я так думаю, что, наверное, переводится так. Я не уверена, как переводится слово «предейтор», но, по-моему, так. Во всяком случае, по контексту я бы сказала, что оно вот такое. Окей, еще. Дай. Дай. Так. Вот, видите, появилась еще энергетическая шашечка. Окей. Ладно, пойдем. Пойдем сюда. Это интересно. Так. Какая-то... Здесь опять древние кувшинчики. Столетние кувшинчики. И опять этот странный символ. Оно похоже на оленя какого-то. Оленя, у которого много носов, но он выглядит так... Ну, жутковато, я бы сказала. Так, окей. Ладно. Попробуем. Так. Ладно, вот здесь. Так, хорошо. They call these soldiers pathfinders. They can trek through terrain normally inaccessible to someone like me. Every guy back home's gonna want to go joyriding in a leaf suit. But until the military's project comes to a close, we're cut off from any contact outside the valley. I guess the world will have to wait just a bit longer to get their hands on these rides. Вот, пасфайндеры — это вот эти солдаты, которые здесь были, которые носили как раз такие сьюты. Интересно, если это оборудование очень тяжелое, как же она в нем ходит? Я не представляю, надо же иметь определенную силу тогда, чтобы передвигать этими лапками, например, да? Мне кажется, это очень тяжело. Не мило, не люблю, когда за мной что-то шерудит. Страшно. Окей. Так. Где я? Так. Используйте падающий момент, чтобы... А! Надо, чтобы проломиться, например, через трещинки, нам нужно упасть просто на них. Вот так вот. По-человечески, если перевести. Я не умею сразу переводить по-человечески. Мне все время... как-то я по-странному перевожу. Так. Во! Подарки! Это правильно. Чему меня научил Биошок, так это тому, что нужно не бросаться на путь, который тебе показывает игра, как собака на кость. То есть нужно сначала обязательно все осмотреть. Что это такое? Это медальоны, которые использовались в древних пирамидах. Найди достаточно кусочков, чтобы... Пройти чембер, это типа комната, что-то такое. Ну, таинственная комната, или как сказать, скрытый. Вот, что я говорила. Биошок научил меня тому, что не надо бросаться на любой открывшийся тебе путь, как собака на кость. Надо сначала все как следует обследовать. И только потом уже идти туда, куда тебе показала игра. Вот мы нашли подарки. Здесь подарков нет. Ну ладно. Попробуем упасть туда. Надеюсь, это безопасно. Вроде бы выглядит так. Ой! Может быть и нет. Окей. Ладно. А продолжи искать лайфсид. Окей. What are these glowing orbs that everyone is making a fuss over? They're absolutely beautiful. Да. Я согласна. I know nothing about them other than that they are indigenous to this valley and that the army is using their energy for their war project. That's about as much as they'll tell me. It's such a shame. I wish they would just let them be. Mm-hmm. But I suppose it's the whole reason we're here to begin with. Okay. Видите, она тоже не знает, вот эта вот девушка не знает, что это за такие волшебные... Ну, светлячки, вот эти вот сферы, да, которые используются вот этими пасфайндерами, да. Ну, я тоже не знаю, но выглядят они клёво. Я надеюсь просто, что им не больно и как бы, что ничего страшного, что мы их так используем. Во всяком случае, мы их используем на благое дело. И эти очаровательные грибы просто великолепны. Так, окей. А... Где это я? А, Сусуросвелли, это как раз то самое место, которое она называла.
которой они придумали название. Я слышу, как течет вода, или такой звук. Слышите? Вон они! Маленькие сэры-пуфики этой вселенной. Но это не совсем пуфики. Ой, ой. Каваи! Посмотрите, как они сияют! Это мило! Ну, я не знаю, я как девушка, я люблю такие штуки. Сияющие, знаете, там всякие такие. Это мило. Я обожаю, когда что-то сияет, когда оно сверкает, когда оно красивенькое и миленькое. Мне это сразу нравится. Ну-ка. Ну-ка. Так. Привет! А вот этот желтый, например. А остальные зеленые. Но мне они нравятся. Они доброжелательные. Они хорошие. Я бы их всех обняла. Они как маленькие привиденьки. Только милые привиденьки. Люблю таких штук. Они милые. Окей. Ладно, нам пора идти дальше. Тут что-то можно оживить, кажется, да? Ну-ка. Отлично. Вот. Так, сейчас, секунду. Заберем вот это. Это даже не мост. Это похоже на... как сказать? На какой-то тоннель. Да? О, нет! Нет, беги! Беги! Нет! Эй! Листики! The leaves yield quantum death. Так, он возвращает к жизни пользователя, да? После смерти. Мои листики пропали! Блин! А что делать? А как листики восстанавливать? С помощью желудей? Я не знаю. Оп. Так. Окей. Я не знаю. Вот. Но вообще-то жизнь можно восполнить. Чем больше ты умираешь, тем больше будет вокруг тебя умирать. Ну, до полного исчезновения. А без жизни ты не сможешь, типа, существовать. Так, понятно. Значит, можно подарить жизнь, например, мертвому растению, да? Или животному. И тогда все будет хорошо. Сейчас проверим. Окей, надо проверить. Так. Да! Смотрите, листик восстановился! Мне нравится. Окей, хорошо, такой расклад меня устраивает. Это здорово. Это делает игру очень интересной. И, несмотря на это, довольно пока... Ну, пока что, будем говорить так, простой в обращении. То есть, это не проблема будет, например, взять... Ой. Взять и, да, и оживить пару деревьев или животных. Great lengths were taken to construct obelisks around this tree, which the ancients used to help grow it. I've begun to use the term Titan tree to designate this species. According to my interpretations, once every thousand years, the Titan tree will produce the mythological and famed life seed, said to possess the power to shatter the world into fragments. No wonder the military is so interested in this place. Так вот это и есть то дерево, которое создает life seed, ну то есть семя жизни. Вау, ребята, это круто! Это действительно круто! А вот там что-то намечается. Я предлагаю нам сейчас остановиться на этом моменте. Будем смотреть на такой великолепный, вот так вот сделаем, великолепный, прекрасный, суперкрасивый пейзаж, от которого я просто в восторге. Я еще раз благодарю Хэппи за эту игру, которую он мне подарил, потому что он действительно был прав. Я не знаю, как он это делает, он всегда прав, но в этот раз он прямо супер прав. Мне действительно понравилось то, что я увидела. Это очень интересно, и я чувствую, что здесь что-то намечается. И это будет супер классное что-то. Да, я в восторге, не знаю, я просто в восторге. Окей, остановимся на этом и продолжим в следующий раз. Я буду ждать ваших комментариев относительно того, какой формат прохождения выбрать для этой игры. То есть, нужно ли вам
полный летсплей, или же надо будет вырезать какие-то моменты, и я буду просто пересказывать все эти аудиодневники там и так далее, только на ключевых вариантах будем каких-то останавливаться, или еще что-то. Да, предлагайте свои идеи, пожалуйста, внизу в комментариях, или в личку, или куда хотите, чтобы я увидела. Я обязательно прочту и подумаю над этим. Ну а пока что я желаю вам оставаться умничками, берегите себя, пусть у вас все-все-все будет хорошо, и пока-пока. Увидимся в следующем видео.